Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам механическую столовую в Майнкрафте Pocket Edition. Так, вот мне загрузился мир. Что ж, давайте я вам покажу, как работает данный механизм. Для этого нам все же понадобится сломать блок. И подождать несколько секунд. Вот у нас дропнулась еда. Теперь мы можем забрать ее. Давайте приступим к тому, что... Мы сделаем механизм. Для механизма нам понадобится сделать вот такую ямочку маленькую. Ну, можете сделать и большую, как хотите. Теперь прокопаем здесь. Вот маленько. Теперь прокопаем вверх. И прокопаем еще здесь. Так. Вот здесь. И поставим булыжник. Теперь ставим тут еще один булыжник. И наверх его вот так делаем таблички. Возможно, кто-то уже сразу понял, как делать механизм, но что могу сказать, молодцы. Так, здесь ставим стекло. Окружаем его булыжником, но это не обязательно. Я делаю для того, что... Потому что я копнул очень неглубоко. Ну, в плоском мире нельзя копнуть, там уже идет бедрок. Так что вы копаете еще на два блока ниже, чем я. Теперь мы ставим таблички точно так, как я. Так. Поставил не туда. Вот сюда. Блин, опять. Вот, теперь так. И наверх таблички мы ставим красный, ну, хоть белый песок. Вот. Так, после этого мы спавним туда куриц. Сколько хотите. И переходим к нашему механизму. Спускаемся вниз и ломаем тот блок. Но сначала можно еще поставить табличку, типа написать «сломай меня», «сломаем блок». Ждем несколько секунд, и у нас дропается еда. Как вы можете заметить, данный механизм все работает. Он без всяких багов, без всяких этих. Здесь все сломалось. Можно делать на сервере, но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.